Мы добрались наконец-то. Водичка здесь. Водичка здесь, песочек здесь. Так, ну вот, вот такая вот у нас история, блядь. Пав, качай его сзади. Кирюха где-то нашел грязи, блядь. Ну, да, давай, давай его сюда. Ну вот и как дальше, я, если честно, не знаю. Крыло. Так. Давай сюда пробовать его. Главное грибцы в году не испачкать, это невозможно ехать будет. Главное вытащить его, Кирюх. А как ездить, там будешь скользить. Ну давай его тут оставим. Не, не хвататься за грибцы. Не, давай на ту бок. Обратно-то вот на тот бок, на елку. Блять, ты еще встал так, пиздец. Че надо? Хуй знает, что надо. Обратно вернуться, говно? Не. Так а так-то ты не выйдешь уже, не? Не, он закапывается. Я попробую сейчас. Погоди. Ну давай, только морду не снесу туда. Так она спустится все равно. Ну так, получше будет уже. Да. И грибцы не испачкали, заметь. Не.
давай на бок так его, да. Стой, только не газуй. Брось нахуй, глуши. Да заглуши ты его. Вот сюда, давай, кинем. Ну вот тут уже хуя они дрова такие тяжелые, блядь. Тут разберешься, да? Ну вот как-то тут, наверное, тебе надо. Ой, блядь. Не застревай, пожалуйста, больше.
Понятно. Ну вот теперь все стало понятно. Хуй знает, бля. Ну прими, сейчас увидишь, не очень хорош. Там на второй тяге нормально, вообще на всех передач, по сравнению. Главное использовать максимально прямик, максимально. Подзаглох что-то.
Фу, так. Ну, понятно. Все, хули. Я все в эту елку смотрю, пидорскую, нахуй. В нее еду. Ладно, сейчас, я бы заехать-то можно, все нормально.